Друзья, посмотрите, горячее копчение, горячее электростатическое копчение, то есть применением электростатики. Посмотрите, как оно выглядит. При горячем копчении, если вы будете применять электростатику, у вас продукт получится вкуснее, друзья. Ну, кто не верит, можно же легко проверить. Можно приготовить и без применения электростатики, и с электростатикой. И вы, наконец, поймете разницу. Все, посмотрите, друзья, оцените.